Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. Я нахожусь в городе Новоуральске, сижу в своей машине. И это второе видео за сегодняшний день, которое я записываю. Я направил свою камеру на отделение полиции города Новоуральска. Я ничего не имею против полицейских, но сейчас расскажу вам одну интересную вещь. Лет 5 или 6 тому назад мы в моей лаборатории проводили, помимо психофизиологических обследований, мы проводили и социологические исследования. Их было очень много, они были посвящены совершенно разным вещам, разным сторонам жизни человека, и медицинским, и культурным каким-то, и полицейским в том числе, правовым. И мы провели соцопрос, посвященный полиции. Там было очень много вопросов, она была... Эта процедура очень сложная, то есть мы ее оценивали через интернет, там было типа голосовалок, были анкетирования, значит, и так далее. В конечном итоге это дало возможность нам получить очень интересную информацию, посвященную психологии, лиц, правоохранителей, как угодно их можно назвать. На тот момент это была милиция, потом это стала полиция вновь. Ужасное слово полиция. У нас полицейское государство. Ну ладно, не об этом сейчас речь. Одним словом, значит, мы вывели закон. Не затягивая это видео. Мы вывели закон, я уже снимал об этом видео. Оно есть на нашем канале, его можно посмотреть. Это реально видео, там лет 5-6, наверное, назад. Его можно посмотреть. Соответственно, закон звучит следующим образом. Чтобы его легко запомнить, мы его сформулировали в три больших буквы. О-У-О. Ольга, Ульяна, Ольга. О-У-О. И расшифровывая эту аббревиатуру, у нас шибко коммунисты ввели это все, да, в 17 году. Любовь к нашим сокращениям. У нас были КПСС, ВККБ и Херсон Рыба. Сами можете сократить, как хотите. Ну и, соответственно, ОУО – закон взаимодействия с лицами преступностью, бандитами и с полицейскими. Ну, для кого не секрет, это уже мемом стало, что психология лиц криминальной наклонности, криминалитета и полицейских, она идентична. Не мною доказанный факт, это всем известно, это всем понятно. Но мы пошли дальше и вывели закон ОУО. Первая буква О – это обман. Вторая буква У – это угроза. Третья буква О – это оскорбление. Именно в этой последовательности получается следующее. Обман, угроза, оскорбление. Именно в этой последовательности строится любое общение, вот по нашим результатам, с лицами правоохранительной системы Российской Федерации. Вот не наоборот, да, а именно вот в этой последовательности. Сначала вас обманывают, это первое, это всегда, это неизменно. Обманывают. В дальнейшем второй шаг со стороны полицейских – это угроза. И третий шаг со стороны полицейских – это оскорбление. Вот если вы когда-нибудь вспомните свои прошлые какие-то взаимодействия с полицейскими или там с правоохранителями в целом. Причем эта ситуация, вот она неизменна на протяжении лет. Недавно я перепроверил эти результаты определенным образом. То есть, если это было первое исследование проведено лет 5-6 назад, то перепроверка показала те же самые результаты. Она не изменилась. Они не изменились, эти результаты, они остались прежними. Точно такое же соотношение. То есть, обман, угроза, оскорбление. И никак иначе. И не оскорбление сначала, или там сначала угроза. Всегда сначала идет обман с их стороны. В дальнейшем идет следующий шаг от них, идет это угроза. И, наконец, третий шаг от них идет, это оскорбление. Такой вот закон мы в свое время вывели. Я повторюсь еще раз, видео по этому поводу уже есть на канале. Где-то там в истории его можно посмотреть. И, соответственно, понять, простить и принять ту ситуацию, которую мы имеем в отношении наших российских правоохранителей. Сегодня у нас, если не ошибаюсь, 14 апреля
2021. И, соответственно, я записываю это видео. Второе живое видео в моей практике. Первое вы уже видели. Я думаю, что я его выложу на канале скорости. И вот это будет вторым видео, живым видео, снятым на экшн-камеру. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам!